моя любовь, ты моя жизнь, ты моя святость, ты все для меня. Я без себя ничего не могу, ты все для меня, Бог. Ты все для меня, любимый. Ты все для меня, любимый. Ты все для меня, любимый. Ты все для меня. Я твой. Я твой. Я твой. Я не хочу.
радости ни одного дня здесь без Тебя. Я слился с Тобой и больше не хочу разлучаться никогда. Моя жизнь — это Бог. И Бог является всей жизнью моей. Я Твой. Просто пропитывайся славой. Ты ничего никому не должен. Люби Его. Все, что мы, духи, посланные на эту землю, помещенные в эти тела, должны научиться делать, это любить Бога и любить ближнего. Все. Это в этом заключается твой урок и твой экзамен. Научился ли ты любить? Бог, научи нас любить Тебя, любить людей, Господь. Все ситуации в жизни посланы для нас. Только два пути: научиться любить Бога и любить людей. О, я Твой, и все, что я делаю для людей, это потому, что я люблю Тебя. Все для Тебя. Это все для Тебя, любимый. Захватывай. Влеки это поколение. Влеки это поколение. О, этот дух будет захватывать всех, кто смотрит, слушает. Все, что здесь в центре происходит, Бог, здесь заряжена ДНК Бога, которая будет менять тысячи людей, меняет на расстоянии. О, потому что мы знаем, что мы несем. Мы несем ДНК Бога. Мы несем славу неба. И соприкасающийся с нами не может не отреагировать. О, Господь, наполни нас собой. Больше и больше и больше. Заполняй нас собой. Заполняй нас собой. Больше и больше. Заполняй нас больше собой. Заполняй нас. Мы Твои. Мы навсегда Твои, Бог. Мы перешагнули черту. И возврата больше нет. Мы Твои, Бог. До конца нашей жизни мы принадлежим Тебе. Только Тебе. Поднимай эту нацию с колен. Поднимай эту нацию с колен, Бог. Освобождай нас от рабства религии. Освобождай от этого маразма, Бог. Пусть придет свобода. Поначалу она будет странная и иногда страшная, но пусть придет свобода. Да, люди в свободе будут делать ошибки, но мы жаждем свободы. Мы научимся ходить в свободе. Потому что Ты там, Ты ждешь нас, Ты учишь нас, Ты зовешь нас, Ты ждешь нас в свободе, в свободе, в полной свободе. Аллилуйя! Я Твой, я Твой. Даст. Стучи, он открыл.
вложи туда все сердце свое. Когда ты стоишь перед Богом, не играй в игры. Ты стоишь перед дизайнером вселенной, дизайнером твоего тела, твоей души и отцом твоего духа. Не играй в игры перед Богом, Он видит тебя насквозь. Скажи Ему мечты своего сердца. Открой Ему, чего жаждет твоя душа. Проси Его, и Он даст тебе. Он ждет искренних детей. Он устал от этого спектакля. Он видит нас всех насквозь. Он ждет честных, Он ждет чистых. Он знает все и всего тебя. Он знает всего меня. Игра излишня, потому что Он все знает. Ходи перед Ним открытым в чистоте. Говори Ему мечты своего сердца. Проси Его вложить в тебя часть Его боли, часть Его духа. И когда Он вложит, не обижайся, иди вперед. Оу, мы ждем тебя, Бог. Проси Его. Проси Его. Любимый, мы ждем тебя. Аллилуйя. Мы ждем тебя. Просим. Мы ждем тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя, Дух Свободы. Просим. Мы любим тебя, Дух Свободы. О, мы любим тебя, Дух Свободы. Мы любим тебя, Дух Свободы. Мы любим тебя, ветер перемен. Мы любим тебя, твое дыхание. Все новое. Мы любим тебя, ветер перемен. Только новое. Мы жаждем тебя. Мы любим быть в твоем присутствии. Мы любим находиться в твоем присутствии. Дух свободы. Дух свободы, о, Дух свободы, мы просим тебя захватить все собой. Дух свободы, захвати все собой. Дух свободы, захвати все собой. Ветер перемен, захвати все собой. Захвати наше поколение собою. Захвати наше поколение собою. Мы не хотим ничего, ничего, что еще соприкасается со старым. Мы просим перемен, мы просим перемен. Мы просим нового движения, мы просим нового огня. Мы просим нового огня, мы просим нового огня. Мы просим нового огня, вот Дух свободы. Дух свободы, 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 Дух свободы. Наше поколение жаждет свободы. Наше поколение жаждет перемен. Наше поколение хочет тебя. Мы хотим тебя, мы хотим тебя, мы хотим тебя, мы хотим тебя. Бог, мы не можем успокоиться, мы не можем удовлетвориться ничем, кроме тебя. Мы не можем ничем удовлетвориться, кроме тебя. Мы хотим свободы. Мы хотим видеть свободу везде, где мы ходим. Мы хотим видеть свободу везде. Я призываю Дух свободы. Дух свободы. Дух свободы. Дух свободы. Дух свободы. О, вдохни на нас. О, вдыхай свою жизнь в нас. Вдыхай свою жизнь в нас. Вдыхай свою свободу.
свободу, вдихай свою свободу, вдихай свою свободу. Бог, поднимай личности, которые будут свободными, которые будут ходить свободно, которые не уступят территорию ни на шаг, которые не отступят ни на шаг, которые не повернутся стеной, которые не перестанут. Бог, поднимай таких личностей, личностей, ходящих в свободе, личностей, которые любят тебя, которые жаждут тебя, которые не успокаиваются. Мы хотим большего, мы хотим большего, мы хотим большего, мы хотим большего, мы хотим большего. Соприкосновение с небом, соприкосновение с мечтой неба, желанием неба, желанием неба, с дыханием неба, полное соприкосновение, полное отождествление с небом, полное сочетание с небом. Свобода от тебя, свобода от Духа Твоего, свобода от Духа Твоего, свобода от Духа Твоего. Потряси наше поколение, потряси наше поколение, потряси наше поколение, потряси наши стандарты, сотряси наши стандарты, потряси все мелкое. Все мелкое, все ничтожное, просто потряси, Бог, снеси, разрушь все основание, все, на чем мы были построены, всякую ложь, на которой мы выросли. Бог, мы хотим питаться мясом, мы хотим питаться твердой пищей, мы хотим питаться своего стола. Время молока закончилось, нас больше не удовлетворяет молоко. Мы хотим твердой пищи, мы хотим истины, мы хотим познания, мы хотим хождения в истине, мы хотим хождения, мы хотим зрелого возраста, мы хотим тебя, мы хотим отождествления с тобою, сочетания с тобою, сочетания с тобою, сочетания с тобою. Сочетание с тобою. Поднимай свое поколение, которое встанет с колен, которое встанет с колен. Подними поколение, которое перестанет удовлетворяться старым, которое будет недовольное, недовольное, которое приведет голод. Нищета, нищета по духу твоему, неудовлетворение по духу твоему, неудовлетворение по духу твоему. Подними поколение, подними поколение, подними поколение со страстью в глазах, подними поколение, жаждущее тебя, подними поколение, которое откроет Библию и начнет задавать громкие вопросы. Поколи поколение, подними это поколение, Бог, которая будет ходить в твоих обетованиях, которая не перестанет, которая не замолчит, которая не успокоится. Поколение, которое будет ходить в обетованиях неба. Поколение, которое будет ходить в обетованиях неба. О, поднимай это поколение. Поднимай с колен, поднимай из рабства. Выводи на свободу. Выводи на свободу. Выводи на свободу. Мы хотим, Бог, мы хотим тебя внутри нас. Мы хотим тебя внутри нас. Мы хотим тебя внутри нас. Мы уже видели облако впереди. Мы уже видели столб огненных впереди. Приходит новое время, когда ты будешь не идти в середине, а ты будешь гореть огнем изнутри. Ты будешь гореть огнем изнутри. Ты будешь гореть огнем изнутри. Мы не смиряемся, а мы не соглашаемся на меньшее. Полнота твоя,
полнота Твоя, полнота Твоя, полнота Твоя, полнота Твоя, полнота Твоя, полнота Твоя, о, полнота Твоя, хождение в Тебе, хождение в Тебе, поколение огня, поколение огня, поколение огня. Бог, я понимаю, почему, почему у нас такое неудовлетворение, Бог. Спасибо Тебе, что мы не можем успокоиться. Спасибо за этот голод внутри нас. Я понимаю, что Ты готовишь нас к чему-то огромному. Я понимаю, что Ты ведешь нас к чему-то огромному. Бог, если мы успокоимся сейчас, кому Ты доверишь больше? Если мы перестанем сейчас, кому Ты доверишь больше? Отец, спасибо за этот голод внутри. Спасибо за это неудовлетворение, за это раздражение, за это неспокойствие. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты этим самым рождаешь нас в свою мечту. Ты рождаешь нас в свою мечту. Ты рождаешь, ты заполняешь нас собою. Ты заполняешь нас небом. Ты заполняешь нас своей мечтой. Спасибо Тебе за то, кто мы есть в Тебе. За привилегию быть Твоим поколением, быть Твоим народом. Будь Твоим народом, будь Твоим народом. Мы просим Тебя за нашу нацию. Мы просим Тебя за нашу нацию. Мы просим Тебя за Россию. Бог, подними поколение. Поколение, не смиряющееся. Поколение без компромиссов. Поколение. Поколение, у которого сорвет крышу ради Тебя. Поколение, у которого сорвет крышу ради Тебя. Которое будет хотеть Тебя одного. Которому не нужна будет позиция. Которому будет тошнить от служений. Которое будет хотеть Тебя. Которое будет жаждать Тебя. Поколение, которое будет называться Твоим именем. Которая поднимет стандарты Бога на уровень неба. Поколение, которое поднимет стандарты неба. Поколение, говорящее от имени самого Бога. Поколение, которое будет общаться с ангелами. Поколение, на которое ангелы будут смотреть и будут в шоке. Поколение, у которого ангелы будут учиться. Поколение, которое приведет небо в движение. Поколение, которое приведет небо в движение. Поколение, жаждущее своего Бога. Поднимай с колен. Поднимай с колен. Поднимай нас с колен. Поднимай нашу нацию. Поднимай нашу нацию. Мы входим в обетование наших отцов. Мы входим в эти пророчества. Все то, что было высвобождено русское поколение. Отец, мы хотим ходить в этом. Мы хотим двигаться в этом. Мы хотим стать носителями этого. Мы берем то, что по праву принадлежит нам. Мы входим в Тебя. Мы входим в Тебя. Мы входим в Тебя. Мы входим в Тебя. Поднимай русскую нацию. Поднимай наше поколение, поколение славы, поколение славы, поколение славы, поколение огня, поколение огня. Заряжай нас с собой, заряжай нас с собой, заряжай нас небом, заряжай нас своим духом, заряжай нас своим огнем. Прокормил нас собою, Бог. Пусть эта молитва исходит не только из нашего сознания. Пусть эта молитва будет из духа. Молитва из духа.
молитва из духа. О, молитва из духа. Поднимай нашу нацию. Поднимай нашу нацию. Бог, мы просто сейчас стоим в пролом. Мы ходатаем за русское поколение. Мы ходатаем за русскую нацию. Мы говорим встать с колен. Мы говорим встать с колен. Мы вдыхаем дыхание жизни. Мы вдыхаем дыхание жизни. Пусть придет импортация с неба. Передача 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 с неба. Отец, я прошу тебя. Дыхание жизни. Пусть придут отношения с тобою. Бог, все начинается с отношений. Все начинается с близости с тобою. Поведи церковь на глубину, любимый. Поведи церковь на глубину отношений с тобою. Поведи это поколение в отношения с тобою, в которых еще не ходила ни одна церковь. Подними поколение Еноха. Подними поколение Еноха, которые будут знать своего Бога. Которые будут знать своего Бога настолько близко. Поколение Еноха. Поколение Еноха. Поколение Еноха. Поведи нас на глубину отношений с тобой. Поведи нас на глубину. Поведи нас близость с тобою. Соединение с тобою. Слияние с тобою. Слияние с тобою. Слияние с тобою. Отношения с тобою. Пусть не останется ни одного, любимый. Ни одного, который ищет посредника. Пусть не останется ни одного, который ищет посредника. Пусть между тобой и нами не будет ни одного посредника. Близость с тобой. Близость с тобой. Близость с тобой. Отношения отца и его детей. Отношения папы и любимых детей. Отношения близкие. Отношения близкие. Поднимай свое поколение, рожденное тебя, носящее твое ДНК. Носящее твое ДНК. Отношения с тобою. Отношения с тобою. Отношения с тобою. Отношения с тобою. Я прошу тебя, любимый, просто сделай это переливание крови. Поменяй полностью все. Поменяй полностью все. Дай нам новое ДНК. Дай нам новое ДНК. ДНК нашего Отца. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Да придет царство твое. Мы хотим тебя. Да будет воля твоя. Мы хотим тебя. На земле, как и на небе. Мы хотим тебя. Царство твое. Мы хотим тебя. Воля твоя, Иисус. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Бог, я прошу тебя, пусть придет такая жажда. Пусть придет такая жажда, Бог. Измени все. Жажда до сумасшествия. Где все, что мы видим, это ты. Все, что мы хотим, это ты. Все, что мы хотим, это ты. Жажда тебя. Жажда тебя. Жажда тебя. Жажда тебя.
Тебя больше всего. Мы хотим больше всего Тебя. Заботь нас с собой. Любимый, любимый, открой нам себя. Убери все лимиты из нашей жизни. Убери все то, что было построено религией. То, что было построено лжой. То, что было построено неправильным учением. О, я прошу сотри это с нашей жизни. Мы хотим Твоего чистого знания, знания Тебя, Бог. Мы хотим Твоей чистоты. Мы хотим Твоей истины. Мы хотим Твоей свободы. Мы хотим жить, Господь, полностью заполнен Тобой. Мы жаждем Тебя, любимый, заполни нас. Подними в нас Твоих сыновей, Твоих детей, Бог, Твоих дочерей. Подними в нас, Господь, то поколение, которое мечтает Твое сердце. Бог, несмотря ни на что, мы следуем за Тобой, мы идем за Тобой. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя за то, что Ты Бог открыл в наших глазах. За то, что Ты нам, Господь, показал Себя, Ты открыл нам Себя. Слава Тебе, любимый, слава Тебе, Бог. Мое сердце напрягается в любви перед Тобой. В смерти перед Тобой, потому что Ты Бог. Ты любимый Бог. Ты, Господь, дал нам Твою милость. Ты дал нам, Господь, увидеть, Господь, Твою любовь. Слава Тебе, Бог. Я прошу, подними. Подними поколение, в которое будет видеть. Подними поколение, которое будет слышать. Подними поколение, которое поднимется без всякой перемены, без всякого, Господь, слепоты, которое будет реально видеть Тебя, которое реально будет видеть Твое лицо, знать Твое сердце, знать Твою мечту. Поколение, которое будет полностью двигаться за Тобой, без компромиссов, без своих желаний, без своих стремлений, без каких-то предупреждений, Бог, полностью. Поколение продано Тебе, поколение поднято Тобой, вскормленное Тобой, воспитанное Тобой, Бог. Мы говорим сейчас, поднимается это поколение. Мы говорим, поднимаются те, которые будут идти за Тобой до конца. Поднимаются те, которые никогда не остановятся. Поднимаются те, которые принесут Твою славу на эту землю. Через их хождение по этой земле. Земля будет светиться, земля будет преображаться. Земля будет менять свой физический облик, Бог. От присутствия Твоей славы, от присутствия Твоей славы, от излияния Твоего огня, от излияния Твоей силы на эту землю. Я прошу, Бог, подними тех, о которых скорбит Твое сердце, о которых мечтает Твое сердце, Бог. Подними любящих Тебя с полностью, 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 которые будут жить только Тобой. Бог, мы хотим Тебя, мы хотим Тебя. Мы хотим Тебя, мы хотим Твоей славы, мы хотим, Бог, знания Тебя. Я не знаю Тебя, мы не знаем Тебя, Бог, открой нам Себя. Открой нам Себя больше, открой нам Себя лучше. Веди нас в Твою глубину, веди, Бог, нас в Твою глубину, там, где Ты. Где Ты, где Твое сердце, где обитает Твоя мудрость, где Твоя совершенная любовь. Бог, я прошу, трансформируй нас. Мы хотим, Господь, то состояние, которое имел Адам. Мы хотим войти в это состояние. Мы хотим иметь то ДНК, которое имел Адам, Бог, и грехопадение. ДНК, которое позволяло ему жить полностью в духовном мире, орудовать в духовном мире, Бог. Мы просим сейчас понимать тех личностей, которые, несмотря ни на что, будут смотреть только на Тебя, идти только за Тобой, веса только за Тобой, Бог. Мы просим за Россию, мы просим за славянские народы, Бог, те, которые были очень долгое время под бременем лжи, под бременем оккультизма, под бременем обмана, под бременем коммунизма, Бог. Мы говорим, высвободи Твой огонь, высвободи Твой огонь, Бог, высвободи Твое царство, излей Твою любовь, излей Твою силу, пусть всякое рабство, сила всякая, которая держит сегодня Россию, которая держит все страны бывшего Советского Союза в рабстве, Бог. Мы провозглашаем суд этому духу, мы высвобождаем Твой суд, Твое правосудие на этот дух, Бог. Мы говорим Твое царство, мы говорим Твое царство, Твоя слава, Твоя сила. Да придет Твое царствие на эту землю, да придет воля Твоя, Бог, и будет совершаться, как она совершается на небе. Пускай будет там движение Твоего огня, Бог, движение Твоего огня, Бог, излей
жаркой судьбой. Огонь, который ничто не остановит, огонь, который никто не остановит, Бог. Твое движение, которое изменит нацию, твое движение, которое Бог полностью поменяет всю Господь ситуацию. В скольких странах, Бог, мы молим Тебя, вызвать Твою реальность, вызвать Твою реальность. Бог, подними поклонников, подними влюбленных в Тебя, подними тех, которые будут проданы Тебе, Бог, влюбленных в Тебя, без всякого, Господь, компромисса, без всяких «но». Но, Господь, который будет жить, Господь, страстной любви к Тебе, который будет заполнен этой любовью. Я прошу, сотри, Господь, с нашего разума, сотри с нашей памяти все то, что сегодня удерживает нас от Тебя. Разрушь всякие твердыни, разрушь всякие барьеры, которые стоят между нами, между Тобой, Бог. Ты сказал, Ты пообещал, вселюсь в них и буду ходить в них, Бог. Мы жаждем этого состояния, мы жаждем этого времени, мы жаждем того момента, когда Ты будешь, Господь, ходить в нас, когда Ты будешь говорить нашими устами, когда Ты будешь смотреть нашими глазами, когда Ты будешь, Господь, обнимать нашими руками, когда Ты будешь прикасаться через наши руки, Бог. Мы ждем того времени, и я верю, что это время пришло, Бог. Мы сегодня кричим к Тебе, мы хотим этого, мы жаждем этого. Пришло время, это Бог, высвободи Твое царство, высвободи Твою реальность, погрузи нас в Себя. Погрузи нас в Себя, как никогда раньше. Открой нам Себя больше, Бог. Мы хотим слияния, слияния с Тобой, Бог. Слияния с Твоим сердцем, слияния с Твоим сердцем. Одно целое с Тобой, любимый, одно целое с Тобой. Никакого разделения, никакого отчуждения, Бог. Полное всецелое слияние с Тобой, заполни нас своим духом. Заполни нас своим духом, Дух Святой, я прошу Тебя. Подними нас, поклонников, подними нас тех, которые будут любить. Научи нас любить, научи нас любить. Научи нас любить нашего Бога, научи нас любить нашего Бога. Спасибо. Ты пришел нам как помощник, ты тот, который вкладываешь в наше сердце любовь, которую заполняешь любовью, я прошу Тебя. Научи нас любить нашего Господа, научи любить нашего Бога. Честно, что мы как люди, мы не в состоянии этого, но Бог, Ты даешь эту любовь в наши сердца, излей ее в наше сердце Твоим огнем, излей ее в наши сердца, Бог, Твоим духом. Мы жаждем, Бог, близости с Тобой, как никогда близости с Тобой, слияние с Тобой, Бог. Мы без Себя ничего не хотим. Мы никуда не хотим идти, мы ничего не хотим достигать. Я ничего не хочу делать, Бог, без Тебя. Мы хотим Тебя, мы хотим любить Тебя, быть заполненными Тобой, Бог. Погруженными в Тебя, мы жаждем этой встречи, мы жаждем этих моментов, которые полностью меняют наши жизни, которые полностью нас трансформируют, Бог. Мы хотим быть полностью новым творением в Тебе, мы хотим быть поглощены Тобой. Безвозвратно. Мы хотим двигаться за Тобой, Бог мой. Твоя жизнь. Открывайся нам больше и больше. Открывайся нам больше и больше, Бог. Ты никогда не останавливаешься. Ты никогда не стоишь ни на месте, Бог. Влеки нас за собой. Влеки нас за собой. Вложи этот огонь в кости наши. Твоя жизнь. Пускай придет этот огонь, который никогда не даст покоя. Который никогда не даст, Господь, остановиться. Влеки нас к себе. Твоя жизнь. Привяжи, просто приклей нас, Господь, каждого себе. Ты сказал, соединяешься с Тобой, один мой Бог, жизнь, как мы жаждем этого слияния. Бог, как мы жаждем этого слияния с Тобой. Слияние с Тобой, одно целое с Тобой, твоя любимый. Твоя жизнь, Бог. Вдохни в нас Твою жизнь. Вдохни в нас Твое дыхание, Бог. Твоя жизнь, ничего нашего, ничего от себя, только ты, любимый. Тебя, любимый. Трансформируй нас. Мы жаждем Твоей мудрости, Твоей глубины. Бог, трансформируй нас, любимый, сделай нас такими, как Ты. Как Ты предвидел, как Ты захотел, как Ты, Господь, запланировал. Мы со своей стороны, Бог, говорим «да».
мы отказываемся от всяких лимитов, от всего того, что удерживает нас. Мы хотим Тебя, Твоей жизни, Твоей славы. Бог, мы хотим Твоей воли на земле, как она существует на небе, как действует Твоя воля на небе, пускай она так действует на земле. Подними голодных, подними страстно любящих Тебя, страшно жаждущих Тебя. Поднимай этих людей, поднимай этих чемпионов, вскармливай их сам Бог, тренируй их сам. Господь, пускай никогда никто из людей не наложит свое тесло на эти личности. Только Ты, только Ты, Бог, только Твоя рука, Господь, сделай таких, как печатается в нашем духе, Бог. Любимый, мы поклоняемся Тебе. Мы хотим слиться с Тобой. Мы любим Тебя, Бог, мы хотим Твоей реальности, Твоей жизни. Царь наш Бог, наш Царь и наш Бог, аллилуйя. Я благодарю Тебя, мой любимый. Я благодарю Тебя, мой любимый. Я благодарю Тебя за жизнь. Я благодарю Тебя за Твою жизнь. За Твое прекрасное сердце, за Твою любовь. Входит в настоящей силе. Не в надутой силе, не в какой-то проплаченном пиаре, не где-то разрекламированном каких-то вещах. Этих помазанников так много разрекламировано, которые купили себе место вверху. Настоящих личностей, около которых меняется твоя жизнь, твое мышление. Почему их так мало? И Дух Святой ответил просто. Он говорит, потому что все просят, но очень мало кто хочет отдать за то, что он просит все.
Проблема в том, что мы с вами много хотим, но как только подходит дело к цене, здесь 99% людей просто, для них это уже перестает иметь значение. Как только приходится сдавать первый экзамен, чтобы начать путь к своей мечте, которую в тебя же вложил Он, здесь мы все вспоминаем о наших семьях, мужьях, женах, детях, работах. И я стоял один раз, было уже очень поздно, в доме все спали. Это еще было до того, как была церковь, это еще было тогда, когда я платил свою цену. Я просто шел по коридору в комнате, с одной стороны спят дети по комнатам, с другой стороны жена. И Дух Святой меня просто остановил в этом темном коридоре и говорит: посмотри на них. Я посмотрел на них, они просто спали, так сладко все спали. И он говорит: готов ли ты отдать мне их? Готов ли ты пожертвовать всем? Вы знаете, вы знаете, что один на один мы перестаем себе лгать. Мы обычно натягиваем маски, делаем вид, когда вокруг нас люди. Но когда ты остаешься один на один, ты не можешь лгать себе. Ведь ты сам себя знаешь хорошо. И знаешь, я посмотрел на все это, и я сказал ему: да, я готов. Даже если придет момент в моей жизни лишиться всего того, что я люблю, я готов это сделать. Потому что есть что-то больше, чем просто отношения на земле. Мы никого, в принципе, даже не теряем, если брать по большому счету. Мы все увидимся в вечности. Но готовы ли мы оставить кусочек миража, который сейчас мы имеем, и начать двигаться к мечте? Вот почему так много балаболов. Вот так почему так много напыщенных и надутых людей, которые ходят просто как мыльные пузыри, делая вид, но внутри пустые. Потому что там нет глубины, там нет мудрости, там нет сердца. Там никогда никто в жизни даже не подошел платить цену. Там все выстроено на компромиссах. Если это не компромисс, то это куплено. Я сказал: Бог, я заплачу всю цену, я пройду самый тяжелый путь. Я советую вам пройти этим путем, потому что если ты идешь к своей мечте, путь будет страшный, он не будет тяжелый, он будет страшный. Но когда ты будешь проходить этот путь, именно он необходим, его нельзя обойти, потому что именно этот путь, он готовит твое сердце не к провалам, к успеху. Проблема в том, что помазанники падают, большинство из них упали в успехе. Там, где деньги, там, где слава, там, где поклоняют, там, где целуют ручки, там, где тебя все знают, вот там падают люди. Они не падают там, где тяжело и нет недостатки, там, где проблемы в семьях, там никто не падает, там, наоборот, набираются сил и веры. Падают там, где уже больше незачем воевать, уже все отвоевано, уже все, что можно быть промолено, уже промолено, все, что можно быть сказано, уже сказано. И вот здесь падают великие люди. Сможешь ли ты сохранить? Подумай. Ведь мы сейчас, каждый из нас что-то просит у Бога. Но я хочу задать тебе параллельный вопрос. Будет ли для тебя это жизнью, или эта мечта для тебя будет смертоносная, потому что ты идешь к ней компромиссами. Ты не идешь к ней прямой дорогой, ты не идешь к ней честью, ты не идешь к ней потом и кровью, ты идешь ложью и компромиссами. Ты обрезаешь, где можно, врешь, где можно, срезаешь, где возможно, проплачиваешь, где можно. Да, может быть, ты и появишься примерно там же, но твое сердце, оно не способно, потому что оно не прошло настоящий путь. Сколько я видел людей, которые, знаете, могут выезжать на дарах. Дар – это не ты. Есть дар, и потом есть ты. Дар – это не ты, а ты – это не дар. За дар не получают награду. Награду получают за сердце, которое прошло путь смирения.
Я видел людей, которые выезжали на дарах. Но когда шел удар, с ударом должен столкнуться теперь не дар, с ударом должно столкнуться твое сердце. И когда приходит настоящий удар по твоей жизни и судьбе, ты не выдерживаешь, потому что твой дар не имеет отношения к удару, не выдерживает твое сердце, потому что оно не прошло настоящий путь. Поэтому я прошу вас, дорогие, к чему я это говорю? Если кто-то из вас проходит сейчас тяжелый момент своей жизни, я абсолютно вас понимаю, и я умоляю вас, не смягчите, не ищите людей. Как только вы найдете поддержку, они будут вам проклятием, потому что чемпионами втроем не становятся. Там, где чемпионы, они по одному. Я не видел, чтобы на Олимпиаде, там, знаете, кто-то, боксер, вот, да, или кто-то еще стоят, вот втроем они стоят. Нет, он один. Не делают ремня на троих, не делают одну большую золотую медаль для шестерых. Когда идут воевать по одному и отвоевывают по одному. Поэтому я прошу тебя, какой бы тяжелый твой путь ни был, это просто доказательство того огромного венца, который Бог готовит для тебя. Умоляю тебя, не обойди это. Не пойди на компромисс. Компромиссы ровно так, как и обстоятельства. Они будут вокруг тебя. Справа компромисс, слева тяжелый путь. Или наоборот. Ты будешь выбирать, где что, куда я пойду. Я избрал тяжелый путь. Путь потерь, слез, боли. Но я знаю одно, что это долгий тяжелый путь. Но этот путь всегда приводил меня к победе до этого момента. И я прошу вас, не выпадайте из процесса, в котором Бог ведет вас. Скажи ему, вот я Бог. Что бы в мою жизнь ни пришло, я это принимаю, потому что это мне нужно для моего сердца. Ты будешь проходить один и тот же урок 10 лет. И ты будешь его обходить 10 лет. И Бог тебя в 11-й год опять будет приводить к тому же самому уроку. И когда я походил свои круги, я понял, Бог, наверное, в этом что-то есть. Дай-ка я пройду этот урок. И прошу этот урок с честью, больше не врав, больше не обходя, не обрезая, не идя на компромисс. Я понял, что Бог хотел от меня. Он не хотел принести мне боль. Он хотел мое сердце приготовить к чему-то огромному. Моя жена здесь, моя мама здесь. Они знают, каким психом я был. Мне здесь не надо рассказывать много сказок. Здесь масса людей, которые знают меня, каким странным человеком я был. И мне нужно было проходить через эти процессы. Поэтому прошу вас, дорогая семья, дорогая церковь, я не знаю, к кому это относится. Может, это вообще никому не относится. Может, это относится к кому-то там. Очень часто, когда я говорю, попадаю в такой пророческий портал, это к кому-то относится. Может быть, здесь, там точно. Кто-то проходит сейчас какой-то страшный путь в своей жизни, и у тебя справа путь Бога, слева компромисс, и твой дух тебе говорит, не вздумай продаться, не вздумай пойти на это, не вздумай здесь схимичить, пройди с честью. Пожалуйста, пройди с честью. Я знаю, что это к кому-то относится, я просто так ничего не говорю. Воздайте слава Богу. Аминь.